Парикмахерская «Фантазия», расположенная в многоэтажном доме на улице Новоселов, рядом с Александро-Невской церковью, работает уже больше 30 лет. Уже поколение местных жителей регулярно заходит сюда привести в порядок прическу. Привыкли уже, да и недорого. Кстати, недавно парикмахерская стала участником городской социальной программы «Забота». И все бы хорошо, да вот только неожиданно для работников «Фантазии» городской комитет по имущественным отношениям заявил о необходимости расторгнуть договор аренды и покинуть занимаемые помещения. Писали письма, собирали подписи наших клиентов неоднократно, но никакой конкретной защиты мы не увидели. Клиенты парикмахерской, так же как ее работники, искренне удивляются, почему это вдруг городские чиновники решили уничтожить парикмахерскую. И на протяжении 20 с лишним лет я хожу в эту парикмахерскую. Здесь не один коллектив сменился, но парикмахерская на месте. Обслуживание прекрасное, и очень обидно и жалко, что хотят это помещение отобрать. А люди куда? А мы куда? Это будет очень жалко, обидно, потому что мы уже все привыкли сюда ходить, и нам это очень удобно и хорошо. Наша просьба не оставить коллектив на улице, обеспечить по возможности работу 15 сотрудникам, которые являются чисто женским коллективом. Многие имеют несовершеннолетних детей. То есть хотелось бы, чтобы наша просьба была услышана.